И всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике сегодня мы будем опять играть в нефтебазу в этом Warface. Поверьте, я не хотел про это снимать, но так как у меня сейчас один и тот же день, поэтому я решил, пока я не затащу на этой карте, а я не затащу, потому что у меня руки с одного места, поэтому вряд ли, наверное, я затащу. Кстати, ребят, это была шутка. Ну, в общем, вот то, что я сейчас не пошучу, это вот вы сейчас должны свернуть видосик, и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Ну, баз, да. Там такая кнопочка, написано «Подписаться». Нажмите, пожалуйста, ее, я буду очень ждать вас на своем канале. Очень крутые видосики, годный контент. Ребят, все там, все здесь есть. Супер плейлисты. Также крутые прохождения. Будет Outlast 2. Будет Mass Effect Andromeda, будет там еще дофига чего еще. В общем, подпишитесь, не пожалеете, ребят. Так, мы начинаем играть в наш Warface. Так. Опа, давай. Граната! Осторожно, граната! Опа, граната, блин. Пошла. Давай. Кого-то ранил? Охренительно. Конечно, первое убийство. Меня именно. Почему и меня? Потому что я избранный. В прошлом видеоролике меня последнему убили. И поэтому граната! Меня потом эта команда сказала, да ты глупо, вообще иди нахер. Да, я нахер не пошел. Я просто взял и... Сейчас я играю дальше. Вот. Но мне просто сказали, иди ты нахер, Алекс. Играть не умеешь, ты нуб и все. Я не любитель Warface, вы поймите. Я просто, ну, игрок, потому что здесь так круто играется в него. Нет, я не говорю, что Warface крутая игра. Я говорю то, что она наравне с CSGO. Сразу такие CS-овцы скажут, блин, ну бас говорит то, что Warface такая же, как CSGO. Нет! Поверьте, они различаются. И про различия я говорил в прошлом видеоролике. Это вообще, это по-другому сказать это нельзя. Разные игры совсем. То есть вы не подумайте, что я там говорю, типа... Warface, это как и CSGO, это одинаковые игры, да. Я хотел другое слово просто подобрать и не подобрал. Ладно. Граната! В общем, я вам скажу так. CSGO и Warface, в этом именно видеоролике скажу, это совсем разные игры. Если вы не поверите, вы не поверите мне. Warface говно, а CSGO это игра богов там. Ребят, нет. Это одинаковые совсем игры, просто у них немного все по-другому сделано. А так они также все одинаковые. Также PvP есть, также есть PvE. Хотя я не уверен, что это называется PvE. Но PvP там точно есть, поэтому они как-то все-таки одинаковые. Да, здесь игра доната. Это понятно все, это все знают, то, что донат это говно. Но, ребят, ну. Вы просто вот, пожалуйста, поймите то, что я не любитель Warface, я играю в то, что играют все. Граната! Вы сейчас скажете, никто не играет в Warface, только дебилы играют в Warface, это же говно, никто в нее не играет, и нахер ты в нее вообще играешь, это же говно. Да, такие люди есть, и такие люди мне пишут в комментариях. Но хорошо, что я сделал комментарий, который только можно одобрить. А, в общем, прикол в том, то, что... Прикол в том, что, ребят, я не считаю Warface крутой игрой. Она обычная игра, и у меня реально есть такие друзья или ютуберы, которые просто стримят каждый день эту игру, они играют в эту игру, им она нравится. Но я вам скажу так, я играю в эту игру только для того, чтобы показать, что я там играю именно в эту игру, не в игру там, в какую-нибудь, я не знаю, огонь и воду, которая была продемонстрирована. Нет. Я в такую хрень, конечно, не играю, так что не подумайте там ничего, ладно. Я в CSGO, конечно же, играю каждый день. Осторожно! Я в этого, как его зовут, да. В Mass Effect играю, уже готовы три прохождения, кто знает, кто не знает. Должны, конечно, знать, если вы знаете, конечно. Ладно, я тащу. Да, я тащу. Я играю во множество игр, если честно, в Steam именно в Outlast 2, Blade 4.2, да, что-то с двойками числа, ну ладно. Хорошо. Ой-ой-ой.
Я заметил гранату, заметьте, это не я слил, это именно, я даже не знаю, как это назвать-то. Просто так получилось. Это, нет, залагала игра, я не буду отмазываться, я скажу так. Я просто заметил ее и просто, я решил, ну нафиг бежать, все равно мы выиграли как-то. Потому что мы тащим. Это реально не точно. Так. Ну все, мы тут затащим, в общем, да. Хотя нет, мы затащим, это... Нет, это не точно, ребят. Но это не точно, серьезно. Так. Осторожно, пишу, граната! Мы можем не затащить, граната, поэтому мы будем гайчиться. Но это не точно. Вот ненавижу тех снайперов, которые кемпируют именно там. Я понимаю, что нет других мест для кемпинга вообще на этой карте. Но там кемпирить, это, я не знаю, зачем? Почему именно там? Почему именно туда все лезут? Сделали специально вот эти два прохода, чтобы пробежать там всех убить. Зачем же портить вообще игру? Я понимаю, что все почти, кто играет в эту игру, всегда там тащат. Но я вам скажу так, если вы там... ВСС там, например, сели, ну, винтовка, да нет, не знаю, что я говорю. В общем, если вы засели с этой штукой, то лучше не играть дальше. Вообще, я выхожу сразу из игры. Блин, а чё, опять говно какое-то подключились, блин. Подключились какие-то говнари, которые играют с такой снайперской винтовкой. Я же знаю, то, что я моим... Штурмовиком стандартным я никогда их не выиграю. Кстати, ребят, у меня все стандартные, у меня демоны, это кто? Это не у нас. Нет, не у нас, понимаете. Так, одни бабы что-то играют сегодня. Вот именно вот ночью, сейчас реально ночь. И почему-то ночью играют одни бабы. Я заметил, каждый день играют одни бабы. Или мужики в костюмах бабы. Или реально бабы. Ну, 80-й левел видел. Каждый день вижу 80-й левел, постоянно на РМ-ке, рейтинговом матче, всегда играют 80-й левел. Именно они. Граната! Я как-то зашел, там вообще были тут одни вообще крутые ранги. Ну почти там все граната! Были 80-й ранг. И один только я, Ром. Все говорят, Ром, типа, победил, вообще затащил. Ну я затащил. Но не идешь, ребят, потому что я играл за мета, и я как бы не любитель тащить. Я просто всех резал. Ну да, с подстволом. Просто так убить меня нельзя, я перезаряжаюсь. Охренеть. Да, видимо, что мы вообще не затаились. Вред. Почему? Ладно. Ладно. Вот я правда, я ненавижу вот эти штуки. Вот именно карту. Нет, я ее люблю, я ее обожаю, можно сказать, в игре. Здесь просто можно победить. О, смотри, что, да? Нет, просто я на первом. Я вам скажу так. Мне нравится играть на этой карте, но мне не нравится сам Warface. Своими обновлениями они просто вводят в игру. Если бы там не было столько донатов, а доната там, можно сказать, то, что там дофига доната. Там просто огроменный донат, который вы даже не представляете какой. Заметьте, там не только то, что есть в магазинчике. Там еще есть специальные наборы, чтобы выбивать. И вы пока не потратите 100 тысяч долларов, вы не выбьете ничего. Вот поверьте мне, это я уже проверено, это все уже я проверял. Оу, нига, 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 оу. 163 доллара. Это довольно-таки хорошо, но это не идеал, я хочу все-таки победы. И в следующем видеоролике я хочу вот именно победить. Я это и сделаю. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал NoBuzz. Пишите комментарии под видео, конечно же. И ждем сейчас загрузку, я вам показываю, что у меня такой-то ранг, такое-то звание. И скажу вам, как всегда, то, что... Все такое, в общем. В общем, ребят, всем удачи и всем пока.